только она, не трогай пока. Не трогай. Расскажи, пожалуйста, о ней. Ну вот она пришла ко мне на работу, у меня задняя дверь была открыта и решетка только закрыта. И она подошла вот так вот, села и поскуливает. Я не пойму, откуда звук. Я вот захожу в подсобку, и вот эта дверь, она стоит, она как ангел. Вот она темненькая и вокруг светится. Я открыла дверь, она зашла, и коробку постелила, трогаю ее, она вообще ледяная. Доставай ее с ручки. Иди сюда. Мы ее покормили, чем смогли. Ну, там сосиски, колбаса, котлеты. Маленький, покажи зубки, детка. Зубок там нету. Да моя-то, солнышко. Ты старенькая. Старенькая, наверное. Старушечка. Глазки чистые. Господи, она вся в бородавках. Она вся вот такая шершавая, ребята. Это старый ребенок. Она вся-вся-вся вот в этих точечках, бородавочках. Маленькие мои. Она очень ласковая. Она ласковая, он хороший ребенок. Видно, что дитё совсем. И какая же тварь ее выбросила. Ну, видно, что выбросили. Все. Это выбросили на смерть. Просто эту ночь она бы не пережила уже. Конечно, нет. Я сейчас отошлю это все в группу мелкашей и надеюсь, девочки отзовутся, заберут. А может быть, семья какая-нибудь отзовется, возьмет на доживание. Да, детеныш хороший, маленький. Да, красота моя. Девочка моя. Маленькая моя, хорошая. Умничка моя, красивая моя. Я бы забрала просто мою.